Войска Брянского и Центрального фронтов продолжили наступление и продвинулись вперед на 12 километров, освободив более 80 населенных пунктов. На Воронежском фронте 38-й и 40-й армии удалось вклиниться в оборону противника на 5 километров. 10-й танковый корпус продвинулся на 20 километров вперед и занял Тростенец – крупный дорожный узел. В этот день героически погиб помощник командира взвода Алексей Калинин. Он закрыл своим телом амбразуру дзота, который мешал наступлению нашего батальона. Посмертно стал героем Советского Союза. Войска Степного фронта наступали в Харьковском направлении и прорвались на 22 километра, освободив более 90 населенных пунктов. Им удалось захватить 35 пленных, а авиация уничтожила 21 самолет противника, 12 танков и 100 автомашин. Итоги 36-го дня Курской битвы. По данным Совинформбюро, 9 августа на всех фронтах наши войска уничтожили 35 немецких танков и 84 самолета.